Спасибо большое. Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Я на днях посмотрел увлекательный американский фильм «Хантер Киллер». Расскажи. И там, если коротко, суть в том, что президента России берут в заложники на заполярной военной базе и занимается этим совершивший переворот министра обороны, а спасает президента России, вас спасает командир атомной подводной лодки американцев, которая зашла на эту базу. Так вот, американский генерал на нашу, конечно, заполярную, нашу. Уже маловероятный сценарий, мне как фантастический. Более у нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украины, не прошли через Керченский пролив. Это хочет, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу. Ну, а вам плохой фильм. Вам надо посмотреть.